Сейчас откроем контейнеры. Первый нам выпадает. Так, ну и там тоже будут забирать. И тут лежит даже два голда, ребят. Поехали. Залетаем. Ребят, давайте перед началом данной ZLP-шки откроем два контейнера бесплатно, которые может получить каждый. Просто нужно зайти в игру их и получить, в общем-то. Так, давайте сначала ящик с расходниками откроем. А вот сейчас откроем контейнеры. Первый нам выпадает синее свечение краска атом. Вот это, ребята, интересно, серьезно, потому что я только что открывал на всех своих аккаунтах эти контейнеры, но мне ничего годного не выпало. И тут на новобранца мне падает краска атом. Конечно же, круто. Со второго падает 3500, ну и, в принципе, давайте будем ждать голдиков. Карантин 10 лет нам сбрасывает золотой ящик, за что ему большое спасибо. Я вижу метку, он, кстати, едет тоже сюда. Так, надеюсь, у него нет бомбы. Стоп, он хочет, что ли, подставить бомбу? Я что-то вообще пока что не понимаю. Но мне, кстати, еще здесь ZLP Танки Play помогает забирать эти голдики. Давайте будем забирать этот. Так. Ну и, в принципе, спокойно вообще забираю этот золотой ящик. Еще раз говорю, спасибо большое ZLP Танки Play за то, что помогает. Он нам сбрасывает еще один голдик. Кстати, ребят, хотел сказать то, что я вот немножко здесь посидел и чувствую то, что голды рандомно вообще не падают. Раньше вроде как-то что-то падали еще. Ну, даже при обычных X-голдах. И вот сейчас вот именно вообще не вижу даже, но зато люди очень много сбрасывают голдиков. Так, сейчас давайте попробуем забрать сначала этот голдик. Выталкиваем этого хантера и спокойно забираю даже второй голдик, обалдеть. И вот, хотел сказать то, что эта ZLP-шка будет вообще чисто из скинутых голдов. Ну, если, конечно же, рандомных дождусь, то тоже фрагменты эти вставлю. Ну, а так, короче, будет, наверное, только скинутые голды. Он нам сбрасывает еще один голдик, так, третий уже. Окей. Это метка, ребят, и я заметил, где у нас голдик. Он там же, где был первый, ну давайте будем забирать, конечно же, его тоже. Так, его вообще поблизости я пока что не вижу, этого карантин 10 лет. Но мне снова помогает ZLP Танки Play, спасибо им большое. Ну, смотрите, вообще никого нету. Спокойно, короче, забираю этот золотой ящик и, конечно же, будем ждать следующий. А, вот он, кстати. Решил он скинуть еще один золотой ящик. Ну, спасибо им большое. Так, и погнали искать метку. На мосту большом его нету. А, вижу, где голдик. Давайте сейчас попробуем еще залезть на эту бровку. Блин, чуть не упал, но все равно залез. Так, ладно, погнали быстрее на голд. Смотрите, сюда уже толпа людей едет просто. Так, нужно их застопить. Ой, спасибо тебе большое. Я спокойно опять забираю голдик. Уже четвертый, ребят, голд. Прям подряд забираю. Ну ладно, будем ждать следующих. В этот раз ZLP Танки Плей решил сам скинуть золотой ящик. Спасибо ему большое. Вижу метку. Так, ладно, оттуда не поеду. Там эти заборчики существуют. Даже пока что не знаю, как брать, потому что здесь есть диктаторы. Кстати, вот они сюда уже едут. Блин, меня могут слить, конечно, они еще. Ладно, погнали, давайте будем зажиматься туда. Давай, давай, давай. Да, блин, там диктатор, 100% он отжал бы. Ладно, поздравляем с этого диктатора. Спасибо большое ZLP Танки Плей, что скинул голдик. Ждем следующих. РФС какой-то 2041 нам сбрасывает золотой ящик на карте год 2042. Цифры немного похожи. Так, вижу метку, она на их базе. Здесь практически никого нет, кроме этого чувака. Но он что-то как-то странно, даже не борется. Вообще уехал из этого голда. Даже не нужен он. Ладно, будем зажиматься между вот этими людьми. Забираем спокойно этот золотой ящик. У нас звучит, кстати, еще одна сирена. Ну, нам еще скидывают. Так, ищем метку. Нигде вроде бы нету. А, все, заметила, она в центре, но ближе к нашей базе. Так, будем пробовать тоже его забирать. Здесь уже какой-то хантер появился за Олег Плей. Так, летит голд. Все, погнали, давайте будем выталкивать их. Давай, 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 давай. Ну, чувак, помогай. А, к сожалению, не забрал. Но забрал наш хотя бы, ладно. Нас он скинул еще один голдик. Погнали искать уже третий голд, вижу, он в центре. Давайте будем как-то, не знаю, забирать тоже. Может, конечно, залететь на них, но мне кажется, это маловероятно. Он еще всех застопил, чувак какой-то там. Давай, давай, выталкиваем. И опять я не забираю, к сожалению. Ну, ладно, будем ждать следующих. Снова он же скидывает нам золотой ящик. Погнали искать голдик. Так, здесь нигде нету. Где-то он сейчас уже должен полететь. Либо же он в туннеле, да. Либо же он там внизу где-то валяется. Так. И он, скорее всего, там, да? Да, он там лежит, ребят. И там стоит ZLP Танки Плей. Он, скорее всего, мне, да, оставляет этот золотой ящик. Но спасибо им большое. Конечно же, переходим к следующим. Ребят, тут нам на карте Wolfenstein скидывают дофигища голдов. Вижу даже один, где лежит, вообще просто лежит. Смотрите, там никого нету. Так, едем, конечно же, туда.
Смотрите, просто никому не нужен код. Ну, в Wolfenstein тут мет, конечно, сложно найти. Ладно, забираем золотую ящик. У нас еще одна сирена так прозвучала. Скидывают нам еще голдики. Вижу, где у нас еще метка. Так, будем забирать, конечно же, тоже этот. Еще скидывает вообще просто дофигища голдов. Вижу, у нас еще в нычке летит голдик. Ну, погнали, наверное, туда лучше. Так, ну и там тоже будут забирать. И тут лежит даже два голда, ребят. Тут лежит даже два голда. Я тут один вообще стою. Ну, сюда еще какая-то жига едет. Я как понимаю, она не хочет забирать голдики, но я по чуть-чуть буду забирать их, потому что все равно нужно будет ехать еще другие ловить голдики. Кстати, ЗВП танкиплейт уже забрал. Он скидывает нам еще голдики, тут лах-лах-лах какой-то. Вообще просто, ребят, реально скидывают дофигища голдов, я даже не успеваю брать их. Так, погнали искать очередной золотой ящик. Не вижу пока что, где он. Так, стоп, там вроде... Да-да-да, там летит голдик, ребят. Я сначала... А, нет, там ускорение... Но все равно я правильно поехал, в правильном направлении. Давай-давай, блин, не забрал. Но все равно забрал ЗВП танкиплей. Поздравляем его и меня вообще, кто взяли голдики. Переходим дальше. Очередной золотой ящик уже на карте Red Alert. Окей, погнали искать метку. Так, стоп, все, заметил я. Она на их базе. Там, конечно, никого нету, кроме вот этих титанов. Но они что-то как-то даже не едут на эту метку голда. Но здесь... Некоторые хантеры стоят, я все равно забираю этот золотой ящик, поздравляю меня и ждем следующих. Прозвучала сирена в золотом ящике, ребят, и я метку, конечно же, заметила, она вот рядом со мной, вот отсюда, конечно же, будем мы сейчас с вами спрыгивать. Так, хантер Эзид вроде пока что не есть, ну ладно, погнали. И, в принципе, да, вообще спокойно, я забираю этот золотой ящик, переходим к следующим. Ребят, прозвучала у нас сирена в золотом ящике, реально рандомная. Я вижу, где у нас летит голдик. Блин, мне еще в это время позвонили, и у меня сейчас все лагает просто жестко. Меня еще засупили, ну до хрена. Там Васпик стоит, он даже не видит этот голдик, он меня сливает. Ну не ливай, пожалуйста. И слил. Смотрите, просто голд лежит, вообще никто не видит. Сейчас, скажись, Хантер тут заберет. Да, скорее всего, он заберет. А, нет, там еще кто-то зарезался. Ну, короче, забирает. Ладно, поздравляем с голдиком этого чувака и будем ждать следующих голдов. Просто какой-то непонятный набор букв у нас сбрасывает золотой ящик. Я заметил метку. Кстати, на карте уже Кёльн. Ну, давайте будем пробовать забирать этот голдик. В принципе, если мне никто сейчас не помешает, я могу спокойно его забрать. Давайте так, с разгончика небольшого. Так, все, полетели. Ну и, в принципе, вообще спокойно забираю этот золотой ящик. Нам еще скидывают вообще очень много голдиков. Так, на этой стороне нету. Там вроде тоже как бы нету. Блин, я еще врезался куда-то. Погнали искать дальше метки. А, все, вижу, где у нас еще один голдик. Даже летит еще одно-то. Вообще просто реально огромное количество у нас скидывают голдов. Блин, ети, ну, чуваки. Ну вот, ну, сам не поехал и не дал мне забрать. Такая вот зараза. Тут три голда, три метки, четыре метки. Обалдеть, вот откуда у них столько голдиков? Как они вообще выбивают с этих контейнеров? Так, вообще спокойно забираю еще один голдик. О, еще один здесь рядом со мной. Так, давай. Блин, это не я сейчас забрал еще голд, капец. Ладно, давайте будем этот пытаться забирать. Блин, титан, нет, пожалуйста. Я опять не забираю. Еще один, опять не забрал. Так, погнали искать вот здесь вот. А, еще одна метка здесь, ребят. Ребят, здесь еще одна метка. Там еще голд лежит внизу, там чувак забрал. Так, еще там были голдики, оказывается. Меня сейчас, блин, еще сольет этот титан. Капец. Ему еще голд не нужен, что ли? А нет, все-таки поехал за этим голдиком. Ну, ребят, очень много голдов сбрасывают. Я просто решил записать даже ради этого ЗЛПшку. Ну, как-то жалко просто... Голдики летят, фрагменты есть, и почему бы не записать ЗЛП? У нас, кстати, еще один голдик здесь лежит. Ну ладно, давайте будем ждать следующих. Так, нам сбрасывает золотой ящик, вижу метку, кстати, еще один голдик сбросил, и метка прямо рядом со мной. Вот это просто замечательно. Летит у нас там голдик, один вообще никому не нужен, и здесь я тоже один стою, тоже никому не нужен. Смотрите, а, ну там хантер какой-то стоит. Ну, в принципе, он тоже его забирает. Еще голдики вообще просто сыпятся. Давайте будем забирать спокойно вот этот голдик. Так, и погнали сразу еще искать. Так, тут нету. Там, вижу, есть еще один. И еще один на базе их летит. Окей, погнали, который на базе у них летит. Но у меня закончилось ускорение. Блин, там нету. Давай. Ну, блин, чувак! Ой, титан, какой же ты вот...
Вот я не знаю даже, как тебя назвать. Вот нахрена он меня застопил вот так вот. Держал специально еще. Ладно, переходим к следующим. На карте песочная сбрасывает золотой ящик. Погнали искать метку. А, все, я заметил. Она здесь за заборчиком. Ну и сейчас, смотрите, у меня есть тактика галактика, как забрать этот голд. Смотрите, сейчас просто все пойдут в центр, и я с этого подъемчика залетаю и забираю этот голдик. Так. Все, поехали. Залетаем. И красиво, просто вот красиво, ребят, реально. Забрал этот голд. Вот за это лайк. Конечно же, ждем следующих. Надеюсь, вам и такая ЗЛПшка понравилась, с скинутыми голдами, не с рандомными. Ну, просто понимаете, тут халява сама скидывается с неба, так сказать. Почему бы не записать ЗЛП? Но я хотел бы сказать еще то, что у меня есть и фрагмент с рандомными голдами на новобранца, и с контейнерами, конечно же. Поэтому, если хотите увидеть их, то пишите об этом в комментариях, я же буду все читать. И обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых ЗЛПжек. Но я желаю всем удачи, всем большое спасибо за просмотр данной части ЗЛП, и всем пока-пока.